В Мариинском Посаде состоялся очередной фестиваль городских инициатив. О том, как это было, расскажут наши корреспонденты. Мариинский Посад уже не в первый раз становится местом притяжения добровольцев, туристов и активистов со всей республики. Первый фестиваль городских инициатив прошел в 2017 году и собрал на своей площадке большое количество творческих и неравнодушных людей. В этом году главными гостями и участниками праздника стали школьники. Дело в том, что они здесь посадили клумбы, покрасили заборы, съездили в социальные центры. Они придумали бренд Мариинского Посада. И мне кажется, им захочется досмотреть, что с этим будет. Для многих гимназистов это было первое посещение города. Но есть и те, кто приезжает сюда не в первый раз. Их привлекает атмосфера этого места. Я увидела все эти дома, то, что они относительно не новые. И это настолько ты пропитываешься всей этой культурой, ты ощущаешь себя на другое время, как будто ты путешествуешь, пока он попал в какой-то фильм. Одной из главных изюминок праздника стала презентация фильма «Каникулы в Чувашии», съемки которого проходили прошлым летом при поддержке рыбаков фонда и с учениками 5-й гимназии в качестве героев фильма. Вместе с народным артистом России Александром Калибиным участники поисковой экспедиции, школьники из 5-й гимназии города Чебоксары, решили посвятить свои каникулы знакомству с историей Чувашии. Гости фестиваля смогли не только насладиться красотой природы, видом на Волгу и поучаствовать в празднике, но и окунуться в историю города вместе с экскурсоводом. Свято-Троицкий собор, старинные улочки с купеческими домами, колоритная набережная и ключи с чистейшей и вкусной водой. Но главное даже не достопримечательности, а атмосфера города. Здесь прямо потрясающая атмосфера, именно энергетика. Сюда приезжаешь отдыхать. Праздник удался. Будем ждать новых фестивалей. Оксана Очкасова, Юрий Марков, Республика.